Божий говорит, кто поверил слышанному от нас, и кому открылась мышца Господня. Ибо он зашел пред ним, как отпрыск, и как росток из сухой земли. Нет в нем ни вида, ни величия, и мы видели его, и не было в нем вида, который привлекал бы нас к нему. Но Господу угодно было поразить его, и он предал его мучению. Когда же душа его принесет жертву умилостивления, он узрит потомство долговечное, и воля Господня благоуспешно будет исполняться рукою его. На подвиг души своей он будет смотреть с довольством. Через познание его он, праведник, раб мой, оправдает многих, и грехи их на себе понесет. Аминь. Слава Богу. И Слово Божие говорит, что на подвиг души своей Господь Иисус будет смотреть с довольством. И потому что Он оправдал нас, умерев на кресте, оправдал нас и дал нам вечную жизнь. Давайте мы будем славить Бога в этот день, в этот прекрасный пасхальный день, праздновать Пасху Господню. Пасха наша, Христос, закланный за нас. Аллилуйя! Иисус.
Благодарю тебя.
Христос воскрес!
Всемогущий Бог,
Любящий всемогущий Бог.